Привет. Привет. Как дела? Что делаешь? Самый банальный вопрос, который можно задавать. Ром, сколько тебе в день приходят эти сообщения? Возможно, нескольких сотен. Десятки тысяч? А может быть, миллионов? Но все же, сколько? А сейчас у нас 21 век. Ты идиот? Я просто спросил. Идиот? Что спросить даже уже нельзя. Идиот. Как мы переписываемся сейчас? Опять? Привет. Как дела? Что делаешь? А вот такая переписка у нас будет выглядеть через пару лет. Ну, и что ты смотришь это видео, раз оно тебе не нравится? Я ебанутый? Я идиот? Или еще там кто-то? Иди лесом, раз не нравится. Или я вам вот этого попугая? Фу, насрал. Засуну в жопу. По самое не хочу. Хотя нет, вот эту ракушку. Кстати, вспомнил. Ром, ты мне когда 800 рублей отдашь? Ты спросишь за что? За автограф. Да, кстати, по утрам мой попугай чистит зубы. Ну, примерно вот так. Не насри мне! Короче, задолбался с вами сидеть. И напоследок, кто обсирает мое видео. Ты конченая тварюка. Обмотайся шлангом до унита хромосомы.